Слушайте, а может быть посмотрим на загнивающую это. Давайте, ну ладно, давайте в Ирландию. Давайте в Ирландию. Она же загнивает, правда? Вот какой-то город называется Атлони. Атлони. Просто покажем всему миру, как загнивает Атлони. Чтобы вот Томск не обиделся, потому что я только что смеялась над Томском, да? Говорю, что там трава у него какая-то там не пострижена. Ну, что не пострижена? Что? Ну, не пострижена трава в Томске. Что теперь делать? Ну, нет никаких дверей автоматических, зарядок в этих в уличных парках нет. Да, ну не всем же стричь кусты, правда? Эти все разметки. Зачем? Вот зачем на России разметки? Кто их вообще будет соблюдать, да, россияне? Зачем такие вот красные, белые, желтые цветные дома? Зачем? Это же как бы даст вам радость. Вам же нужно, чтобы вот маленькое окошечко, такая огромная серая стена, правда? Зачем деревья там сажать какие-то там? Ой, какой этот светофор симпатичный. Вау, какой симпатичный. Нет, понимаете, если вам дать симпатичную жизнь, россияне, вы же не захотите пойти убивать украинцев, вообще и грузин, и чеченцев, и афган. В Афганистане не будете воевать, правда? Вам нужно какую-то парашную жизнь дать, чтобы, ну, как бы, хоть жить, хоть не жить, вам было бы все равно, правда? Главное, что Путин дает водку. Вот это главное. Потому что какая может быть жизнь без водки? Мне мой муж, американец, сказал, что если бы он жил на России, он бы тоже пил водку, потому что иначе там жить нельзя. Так, понимаете, вот живут люди, у них все вот идет по плану, по разметке, все четенько, все красивенько. Так, ну давайте еще какое-нибудь место посмотрим. Давайте. Куда бы зайти? Давайте сюда позвоним, зайдем. Так, опять безобразие, такие жалюзи красивые. Смотрите, наверняка, вот если бы зашли ваши горки, они бы точно спиздили черепицу вот эту вот. Спиздили. Но каждый камечек они бы не унесли домой, поэтому они бы это разгромили. Стопудово. Посмотрите, как красиво умеют жить люди. Посмотрите. Наверняка это маленький город, там, не знаю, может быть, 10 тысяч жителей. Смотрите, как красивенько они живут. Да, это какое-то старенькое. Ну, это вот единственное, что я вот так вот увидела со старенького. Дорога зато четкая, классная. Ты же тут пострижена, my God. Офигеть. Офигеть. Опять, видите, постриженные кустики. Бак стоит чистенький, ждет, когда его выгребут. Видите? Такие довольные жизнью дома. Так, ну давайте еще куда-нибудь. Ирландия, ты, я смотрю, просто вот даже не знаешь, что тебя надо, чтобы тебя спасали, понимаете? Сейчас скажут, присоединим такую республику Ирландия и будем там жить, да, россияне? Скажите честно. Написано, видите, литр. Как будто и так непонятно, что это литр. Видите, у всех крыши такие красивые. Прелесть. Все в знаках. Вот люди любят знаки писать. Понимаете, любят. В крышах тоже такие окошки или что там. Наверное, окошки. Да, россияне, ну что? Скажи, нам все равно, что тут все ровненько и пострижено. Нам все равно. Мы любим Путина. Нам все равно, что там люди живут в старости, хорошей жизнью. И что, если, не дай бог, ты родишь нездорового ребенка, то у него будет хорошая школа, хорошая медицина, хорошее отношение к нему. Россияне, попрощайтесь с Ирландией. Поехали домой. Домой, домой. Так, в Омске я была, нет. Давайте в Новосибирск зайдем. Была, не была. Зайдем в Новосибирск.
Так. По-моему, даже подстрижена трава. Вот это мне повезло. Снизу старая, а вверху новая пристройка. Так вот россияне любят старое с новым лепить вместе. Не знаю почему. Да, это, конечно, уже некрасиво. Уже не Ирландия. Знаете, любят какой-то синий цвет. К чему это синий? Вот к чему это синий? Я вот не знаю, что синяя краска была просто под рукой. Тут уже не подстрижено ничего. Дорога без тротуара. Да? Да, Арсений? Так, ладно. Куда-нибудь еще пойдем. Вдруг я увижу библиотеку, и там будет такие же красивые столики. Опять тротуара нет. Да что такое? Дядь такой, я хочу пойти закрыть себе ипотеку. Путин, дай мне повестку. Мне нужны деньги. Ты же мне деньги не даешь. Поэтому приходится убивать братьев. Мне не стыдно, что я такой бессердечный. Мне не стыдно, потому что в России все такие. Всем же не может быть стыдно. Ужас. Ужас, Новосибирск. Некрасиво, некрасиво, некрасиво. Ладно, а здесь что? О, зеленый такой. Наверное, автоматическое тоже открывается. Так вот руку подставляешь. Такой, вау, и такое все открывается, закрывается. Как вы думаете, там унитаз сенсорный, нет? Подходишь и сразу это падаешь в него, да? При виде унитаза падаешь. Опять нету это, новосибирские дорог. Что ж такое, а? Зачем столько машин, если вот под ногами такое? Зачем? Зачем, россияне? Девушка, вы мужа своего дали на мобилизацию? Вы за СВО или против? Это война или СВО? Я не буду отвечать на ваши провокационные вопросы. Я Путина люблю. И даже если мой муж, брат, отец и сын погибнут за родину, я обогачусь аж в 4 раза. Где вы такого президента еще найдете? Все, все. Успокойтесь, дамочка. Успокойтесь. Где еще не была? Новосибирск. Ну, давайте. Сюда полнит. Так. Тут есть тротуар. Офигеть. И домик есть. Магазин хозяюшка. Разливные напитки. Ну, конечно. Да, твое белье. Там, где вот разольешь напитки, сразу пойдешь в разливное белье. А потом уже и бебечки пойдут. Видите, все в одном комплекте. Ярче. Ярче. Разметки нет, да, Арсений? А мы знали, что у нас нет. Что вы постоянно одно и то же? Нет, нет. Нет, нет. Ну и что, что нет? Зато Путин есть. Ну подумайте, разметка или Путин? Вот сами подумайте. Вот что вы хотите иметь в жизни? Президента или разметку? Что такая странная? Предательница. Уехала. Можно подумать, ваши эти... Дети ваших начальников живут на России. Они тоже уехали, россияне. Они тоже предатели, да? Тоже, да? У вас все предатели, кто уехал? Ну, понятное дело. Если всех будете хвалить, что они уезжают, то кто будет в этом дерьме жить? Кто останется в этом дерьме жить, а? Кто останется жить в дерьме, россияне, без дорог? Кто останется жить в дерьме без дорог, если все уедут?